прежние годы выставку СТТ, то есть строительная техника и технологии, можно было заметить издалека, потому что над ней ввысь взмывались стрелы башенных кранов. В этом году кранов гораздо меньше, да и вообще сама выставка уже не поражает былыми масштабами. В частности, из отечественного автопрома не приехал никто, кроме белорусского МАЗа. Но тем не менее, здесь есть на что посмотреть, особенно в разрезе пресловутого импортозамещения. Сразу ответим на главный вопрос. Почему невероятно активные прежде ГАЗ и КАМАЗ вдруг проигнорировали СТТ? У Горьковского автозавода наконец завершилась четырехлетняя эпопея вокруг американских санкций. Увы, введением этих самых санкций. Они были приняты еще весной 2018 года, но откладывались генеральными лицензиями, которые давали иностранным компаниям временное право работать со своим российским партнером. И чтобы оградить собственный бизнес от санкционного давления, глобальные поставщики должны полностью отказаться от отгрузок любой продукции группе ГАЗ. В такой ситуации производителю газелей и газонов, понятное дело, не до выставок. Ведь надо решать оперативные задачи. Но если ГАЗ, предвидя подобный вариант развития событий, все последние годы активно подыскивал альтернативных поставщиков, то елабужский Солерсфорд, где выпускались Форды Транзит, полностью остановился. Вот только свято место, как известно, пусто не бывает. Китайские производители пытаются войти во все возможные сегменты, включая LCV. Конкретно этот джак хочет стать конкурентом фордовскому транзиту и газовской газели. Модель Sunray внешне напоминает мерседесовский спринтер прежнего поколения. Сама машина – это стандартный цельнометаллический фургон, в который, впрочем, доработчики смогут врезать стекла и вставить сиденья, получив на выходе автобус. Под капотом солнечного луча, как переводится название Sunray, скрывается двухлитровый турбодизель отдачей 150 сил, с которым состыкована шестиступенчатая механика. О ценах и комплектациях говорить пока рано, хотя обязательную сертификацию машина прошла еще два года назад. Известно, что российский офис китайской марки планирует предложить несколько вариантов по длине и высоте. Но все они полной массой 3,5 тонны, то есть под права легковой категории «Б». В Россию техника будет попадать из Казахстана, где налажена сборка таких фургонов. И это только одна новинка из нескольких. К тяжелым грузовикам марки «Джак» российские перевозчики еще не привыкли. Однако в компании хотят переломить ситуацию, в частности, предложив нашему бизнесу модель N200. Под весьма современной кабиной здесь скрываются 300-сильный турбодизель «Каминс» и 8-ступенчатая механическая коробка. У шасси полной массой 20 тонн есть несколько вариантов по длине, так что машина подойдет для выполнения самых разных задач. Например, на выставке стоял бортовой грузовик, вдобавок оснащенный краново-манипуляторной установкой. Он стоит около 10 миллионов рублей, но самый простой вариант отдадут дешевле – за 8. За те же 8-10 миллионов «Джак» готов отдавать и флагманские модели. На выставке СТТ перевозчикам предъявили трехосный миксер и четырехосный самосвал. В движение китайцев приводят моторы Weichai, отдача которых может варьироваться от 350 до 420 сил. Коробка передач одна. Это 12-ступенчатый механический фастгир. В общем, весьма достойная альтернатива КАМАЗу. Ровно напротив расположился стенд белорусского МАЗа, который штампует новинки буквально одну за другой. И это неудивительно. Из-за санкций купить технику европейских марок теперь нельзя, поэтому бизнес вынужден искать альтернативу. И минчане ее предлагают. С этого ракурса не очень понятно, но перед нами МАЗ, причем 8 на 8, то есть с колесной формулой, не очень характерной для белорусских грузовиков. Этот полноприводный самосвал-скальник весит 50 тонн, а в его 25-кубовый кузов можно загрузить около 30 тонн породы. Почему около? В описании машины указаны 28 тонн, но представители завода говорили про 35. Что известно абсолютно точно, так это то, что мосты и трансмиссия этому гиганту достались собственные, мазовские. А 450-сильный двигатель Weichai пусть и имеет китайское происхождение, но собран на заводе под Минском. МАЗу осталось лишь найти замену санкционному автомату «Эллисон». Но минчане уверяют, что подобные агрегаты есть и в ассортименте марки «Фастгир». К слову, эта фирма тоже имеет сборочную площадку на территории Белоруссии. А что КАМАЗ? Его заграничный акционер, концерн «Даймлер», отрекся от партнерства сразу после начала российской спецоперации на Украине. И этот разрыв оказался весьма болезненным.
В набережных Челнах вынуждена остановить выпуск современных машин серий К4 и К5. Так что основой гаммы на ближайшие месяцы станут грузовики К3 с классическими кабинами, моторами класса Евро-2 и безо всякой электроники. И хотя сам КАМАЗ по вполне объективным причинам пропустил выставку, его следы здесь все-таки были. Скажем, нижегородская фирма «Чайка Сервис» представила роскошный четырехосный эвакуатор, способный вытаскивать и перевозить тяжелые грузовики. Автомобиль ценой 25 миллионов рублей – последний проект на камазовском шасси поколения К4. Но при желании такой эвакуатор можно построить на шасси «Маза» или «Дэу». Кстати, корейцы, стараниями своего дистрибьютора, тоже показались на СТТ. На востоке России технику «Дэу» ценят за простоту, надежность и при этом левый руль. Однако в центральной части эти грузовики оставались редкостью. Посмотрим, как изменится ситуация теперь. Стройная шеренга грузовиков «Дэу Тракс» — это разнообразные варианты немолодой модели «Новус». Потенциальным покупателям показали самосвалы, бетономешалку, бетононасос, бортовой грузовик и сидельный тягач. Им полагаются малознакомые нашим перевозчикам двигатели «Дусан» отдачей от 280 до 440 сил. Да какие! Не рядные, как нынче принято, а V-образные. Коробки передач механические, но разных марок, включая экзотическую «Тангил». От сборки корейцев на калининградском автоторе пришлось отказаться, так что грузовики вынуждены наматывать километры по дорогам России. Поясним, из корейского «Пусана» шасси морем доставляется во Владивосток, откуда своим ходом добирается к доработчикам, где получает всевозможные надстройки, и уже потом поступает на московский склад. В итоге перед продажей на одометре числятся минимум 10 тысяч километров. Но главной движущей силой российских строек, похоже, суждено стать китайской технике. Притом завоевать свою нишу мечтают многие. Вот только очаровать российских перевозчиков смогут, понятное дело, лишь избранные. Китай теперь везде. Например, вместо немецких «Мерседесов» и калужских «Вольво» подмосковная «Битсема», которая в этом году, кстати, празднует 90-летие, вынуждена использовать шасси «Шахман» с вот такими красивыми, ну и, мягко говоря, необычными золотистыми эмблемами. «Битсема» — это действительно большой кузовостроитель. В прежние годы из подмосковного Красногорска на российские стройки ежегодно уезжали по 600-800 самосвалов, не считая цистерн и спецтехники. Притом большая часть продукции базировалась на шасси «Вольво», «Искании», «Мана» и «Мерседеса». Но теперь основу гаммы вынужденно составят китайцы, а план выпуска скорректирован до 200 машин. По оценке самой компании, изо всех грузовиков поднебесного происхождения по техническому уровню европейцам соответствуют только «Шахманы». И действительно, в конструкции этих машин применяются хорошо зарекомендовавшие себя агрегаты – 11-литровые моторы «Каменс», коробки передач «Фастгир» и мосты «Ханьде». Неудивительно, что грузовиками серии X3000 уже заинтересовались строители дорог и разработчики карьеров. «Мерседес» — да не тот. Раз уж большая европейская семерка покинула Россию, российским дорожникам, строителям и всем остальным теперь придется активнее осваивать китайскую технику. Например, грузовики вот этой марки, которую посетители выставки СТТ называют «Сани». На самом деле Sany Heavy Industry Company Limited – огромный концерн, что выпускает дорожную, строительную, погрузочную и другую специальную технику. Это, на секундочку, мировой лидер по производству экскаваторов. Поэтому вполне логично, что промышленному гиганту хватило средств и умений, чтобы начать выпуск собственных грузовиков. Вот уж воистину, эти сани едут сами. Вот только автопром Поднебесный крайне разнообразен и, можно сказать, противоречив. На фоне аккуратных и современных Сэни изделия марки «Даюнь» выглядят гораздо менее выигрышно. А уж газомоторный тягач вышел совсем карикатурным. Чтобы добиться приемлемого запаса хода, китайцы просто взгромоздили огромный короб позади кабинного модуля. Интересно, какой будет длина всего автопоезда при такой компоновке? А вот продукция концерна CNHTC, что производит грузовики Хова, Хания, Ситрак и еще пару сотен моделей, выглядит солидно и очень знакомо. И тому есть объяснение. Ушлые китайцы после недолгих переговоров умудрились приобрести абсолютно всю документацию и оснастку на грузовике МАН серии F2000 и ТГА. При таком санкционном прессинге вполне закономерно вырос спрос на подержанную технику.
притом самую разную, от грузовиков и самосвалов до кранов и бетононасосов. Об этом говорит эксперт компании «Авито», которая также разместила свой стенд на выставке СТТ. Даже если сравнивать с февралем 2022 года, когда у нас было 4 миллиона 900 тысяч уникальных посетителей в разделе «Грузовики и спецтехника», уже в апреле мы выросли до почти что 5 миллионов 200 тысяч. По данным эксперта «Авито», в разделе, посвященном коммерческому транспорту, в апреле было размещено более 350 тысяч объявлений, которые ежедневно просматривают около 170 тысяч пользователей. Электронной площадкой сейчас активно пользуются и продавцы нового Комтранса, которые не преминули посетить стенд своего партнера во время СТТ. Мы занимаемся продажей спецтехники, мы занимаемся продажей вилочных погрузчиков, сельхозтехники и автосервисного оборудования. Всю вышеперечисленную технику мы размещаем и рекламируем на Авито. Это один из наших основных рекламных каналов. Еще один партнер Авито – российский офис китайской машиностроительной компании «Zoomleon». Этот промышленный гигант занят выпуском строительной, сельскохозяйственной, погрузочной, санитарной и пожарной техники, а также тяжелых грузовиков. В московском представительстве промышленного гиганта уверены, что современные инструменты, которые предлагает им электронная площадка, заметно облегчают работу по привлечению клиентов. Мы используем несколько инструментов. Один из самых удобных, на наш взгляд, это возможность автоматической загрузки обновления информации по продукции. Это обновление цены, обновление технической составляющей. Также одним из самых эффективных инструментов – это услуги продвижения, которые позволяют нам занимать лидирующие позиции на сайте. Так что, если раньше выставки подобного толка были фактически единственным способом, чтобы потенциальный покупатель грузовиков и спецтехники не только изучил актуальные новинки, но и выбрал наиболее подходящий вариант, то теперь это легко сделать онлайн, через Авито. Двум самым неординарным экспонатам прошедшей выставки мы уделим особенное внимание. И первый – это огромный шарнирно-сочлененный самосвал марки «Ямал», построенный компанией «Ямал Спецмаш». Это не КАМАЗ. Вообще ни разу не КАМАЗ. Из набережных Челнов сюда приехала одна только кабина. В гамме «Ямала» есть множество самых разнообразных машин. Но сейчас на выставке СТТ публике показали первый самосвал. У него оригинальные рама и узел сочленения, хотя мосты взяты от трактора «Кировец». Под кабиной выставочного экземпляра стоит легкий, но достаточно мощный турбодизель «Каменс», который, по понятным причинам, теперь придется заменить камазовским V8. Ну и дорогущей коробке «Эллисон», за которую производитель нынче просит около 20 тысяч долларов, придется подбирать альтернативу. Но представители фирмы не унывают. Говорят, что потенциальных покупателей такое импортозамещение не пугает. Для них важнее выдающаяся проходимость и фантастическая грузоподъемность. В условиях полного бездорожья вездеход способен перевозить аж до 25 тонн груза. Не менее любопытная и более грузоподъемная штуковина – шарнирно-сочлененный самосвал «Тонар». Да, подмосковный производитель прицепов уже давно пробует свои силы на ниве карьерной техники и, надо признать, находит своего клиента. Вот он, реальный пример импортозамещения. Вместо «Вольво» и «Катерпиллеров» в карьерах будут работать шарнирно-сочлененные «Тонары». И «Вольво», и «Катерпиллер» временно остановили поставку техники и запчастей на российский рынок. Но их двухзвенные самосвалы пользовались уверенным спросом, поэтому «Тонар» Т-35 выглядит вполне разумной альтернативой. Он готов перевозить до 35 тонн сыпучих грузов, а в его активе числятся ломающаяся рама, полноприводная трансмиссия, 45-сантиметровый клиренс, а также блокировки всех дифференциалов. Опытный экземпляр машины оснащен 6-цилиндровым 13-литровым дизелем марки «Каменс». Но авторы проекта готовы внедрить 15-литровую «Восьмерку» от Ярославского моторного завода. Удивительно, но СТТ пропустил и автозавод «Урал», у которого дела сейчас идут много лучше других. В последние месяцы продажи машин этого производителя здорово подросли. А ведь столичная выставка могла бы напомнить дорожникам и строителям, что в МИАСе снова делают бескапотные дорожные машины. Разве что дилер марки, компания «Волга Инвест», представила на этом шасси бортовой грузовик, который может одновременно выполнять задачи крана, манипулятора и буровой установки.
пока непонятно, решится ли продолжить поставки на российский рынок турецкий Ford Trucks. Ведь его F-Max, ставший на секундочку грузовиком 2019 года, мог бы оказаться достойной альтернативой технике большой европейской семерки. Но опять же, в Москве за голубой овал отдувалась компания «Колуман», что известна своими полуприцепами и спецтехникой. Это действительно большой производитель, способный делать буквально все, от мусоровозов до бетономешалок. Более того, в Набережных Челнах холдинг «Колуман» имеет свой завод. Немалую часть выставочной экспозиции заняли турецкие фирмы. Они не показывали готовых автомобилей, но щедро предлагали всевозможные автокомпоненты. От проводки и радиаторов до гидравлики и электромоторов. А все потому, что автомобильная промышленность Турции является очень сильной по мировым меркам. И многие тамошние производители давно стали частью именитых мировых концернов. Для нас это значит, что многие передовые технологии, особенно в области гидравлических систем, будут попадать со стороны Босфора. Например, производители мусоровозов говорят, что это даже неплохо. Турецкие запчасти славятся доступной ценой при высоком качестве. Вот такой вышла выставка СТТ 22 года. Небольшой, даже компактный, с весьма ограниченным количеством участников. Честно говоря, без отечественного автопрома и европейских производителей спецтехники нам было грустно. Возвращайтесь скорее.